Ханты-Мансийске проходит тренировочный сбор по художественной гимнастике. Для этого в Югру приехали титулованные гимнастки. Олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина и мастер спорта международного класса Наталья Старикова. О том, как в нашем округе развивают этот красивый вид спорта, расскажет Маргарита Семенюк. 4, 3, 2, 1. Натянутые носочки и колени, а еще слезы и боль. Маленькая Соня не единственная, кто через горькие рыдания старается сесть на продольный шпагат. Максимально прижимаемся к полу, животом к полу. Бесспорно, одни из самых красивых и грациозных спортсменок – это гимнастки. Для того, чтобы блеснуть красотой на мировой арене, маленькие девочки проходят тяжелый и изнурительный путь бесконечных тренировок и сборов. Соня, ну не реви, пожалуйста. Дарье Шкурихиной как никому известны и понятны слезы маленьких гимнасток. Ей самой на пути к олимпийскому пьедесталу довелось немало вытерпеть. Чуть-чуть осталось потерпеть, прям чуть-чуть. Ручками тянемся, тянемся вперед еще. Своим опытом выступлений, в том числе и высшего уровня, Дарья делится с гимнастками по всей стране. Проводит мастер-классы и тренировочные сборы. В работе ей помогают партнеры по гимнастическому цеху. В Югру, к примеру, прилетела мастер спорта международного класса Наталья Старикова. Наверное, у меня есть немножко небольшая мечта создать такой центр, где действительно бы, ну так скажем, свой именно центр, да, куда бы я забирала детей, которых мне бы хотелось. Потому что действительно есть очень много дальних регионов. У меня есть Камчатка, куда я летаю часто. Детям тяжело выбираться куда-то, и родители бы сами с удовольствием под руководством тренера своего отправили мне бы этих детей тренироваться. Мы уже на протяжении этих дней составили несколько групповых упражнений на команду и старших девочек, выступающих по кандидатам в мастера спорта, и для маленьких девочек, которые только начинают работать с предметом, и, конечно же, для девочек, которые работают в индивидуальной программе. Вот эти сборы для меня очень полезные, мне очень нравятся. Такие великие тренера и звезды художественной гимнастики учат нас новому. Навыки, полученные на мастер-классе, югорские художницы намерены продемонстрировать на 7-м открытом окружном турнире по художественной гимнастике «Весна Победы» и на 10-м открытом кубке главы города Ханты-Мансийска. Маргарита Семенюк, Юрий Гурьев, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.